Первая попытка прошла, 87 баллов, мы пока второе место держим по результатам всех квалифицирующихся. Я дико рад, круто, Никита едет офигенно. Сейчас будет вторая попытка, мы поменяли резину и... Короче, будем улучшать результат. Кайф, хорошая погода, спасибо, Питер. Ты подкидываешь, конечно, просто капец, сколько сюрпризов. Но они все приятные, хорошо все. Готовимся, едем. Сейчас, да, Капа едет, у него первая попытка на ноль получилась. Сейчас будешь пробовать показать результат. Да ладно, ребят, ну я же говорил, что я в Toyota... Уважаемые зрители, внимание, важное объявление. Так вот, да ладно, я же вам говорил, что я снимаю сториз для Toyota Russia, и там как раз можно было посмотреть результаты сегодняшнего дня. И мы прошли в топ-16. Да, заезд такой себе был, но готовимся к завтрашнему дню. Никитос на метле, все будет хорошо, будем прям врываться. Погнали.